Ну, о чирлидинге многие в нашей республике уже знакомы. Все знают, что это яркий эмоциональный танец, который призван поддержать спортсменов во время соревнований. И этот вид спорта стал совсем недавно олимпийским видом спорта, самостоятельным в Алдане. Не так давно прошел первый республиканский фестиваль чирлидинга. В атмосферу, в стихию этого спортивного танца окунулись наши коллеги. Под ритмичную музыку шелестят помпоны. Зажигательные танцы гармонично оттеняют элементы аэробики. В Алдане прошел первый республиканский фестиваль чирлидинга. Праздник спортивного танца собрал более 130 участников из Якутска, Алданского, Нерюнгринского и Горного районов. Это очень красивый вид спорта. Я считаю, что в Алдане самые красивые девушки и самые спортивные, поэтому они достойны этого вида спорта, и дети должны это получать. Ко всему прочему, это действительно вид спорта массовый и красивый. Проведение первого фестиваля инициировала Республиканская федерация чирлидинга. Фестиваль носил характер соревнований. Призы учредила вице-спикер Госсобрания Илтумен Ольга Балабкина. В 2016-м Международным олимпийским комитетом чирлидингу был присвоен олимпийский статус. Прошедший в Алдане праздник танца включал несколько дисциплин. Будет чирмикс, это акробатика более усложненная. Чир-хип-хоп, это тоже наша официальная дисциплина. Но и впереди у нас еще развитие, конечно, джаза. В числе участников искусство танца продемонстрировали дети с ограниченными возможностями здоровья. Девчонки, занимающиеся хореографией, побеждают недуги. Танцевальная группа в Алданском центре семейного устройства была образована весной. За это время здоровье воспитанниц окрепло. И заметно даже стало, когда они начали заниматься с танцами, что они исправляются, и осаночка стала ровненько у них. Местом проведения первого республиканского фестиваля чирлидинга Алдан был выбран не случайно. В ближайшие месяцы в районе планируется образование Федерации спортивного танца. Да, мы будем открывать наше отделение, будем набирать деточек с октября. У нас есть здесь тренер. Представители Федерации чирлидинга убеждены, фестиваль имеет все шансы стать традиционным, а вновь образованное объединение спортивного танца в Алданском районе в кратчайшие сроки завоюет поклонников и станет одним из наиболее массовых. Татьяна Вахрина, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.